Привет, это Reborn. У Нибы Диба вышел новый видосян, называется «Сэр, да, сэр!» Откуда мем? Ну вот как откуда? Ну, из фильма. Я, правда, не помню, какого именно. Либо цельнометаллическая оболочка, но, скорее всего, нет. Либо другой какой-то, но там что-то тоже связанное с этими. Вы поняли. Вот, давайте посмотрим. Надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. Сегодня вы узнаете, откуда взялась мемная фраза «Yes, sir, да, sir». Сэр! Yes, sir, да, sir. Да, сэр! Продолжая пополнять гардероб, GTA, так, давайте мотем. Портит всеми акциями именно ее. В последнее время вы, наверное, слышали эту... В последнее время? Да этому мему уже лет... Сколько? 40? Я не помню. В 80-х годах, по-моему, фильм вышел. Это значит 20-34. А, больше 35 лет, мне кажется. Фразу, которая отвечает этот мужик. Но почему именно ее вырезали, сделали мемом? И откуда она вообще взята? Несложно догадаться, момент взят из морпехи? Фильма. А точнее, из фильма 2005 года. А, 2005? А, да? Подожди. Я другой какой-то момент видел. Видимо, я ошибся. Но такой же, по-моему, момент был в другом фильме, если я не ошибаюсь. А может, я ошибаюсь? Короче, напишите в комментариях, может, там что-то другое было? Морпехи. История нелегких буднях морских пехотинцев в пустыне во время войны в Персидском заливе. Главный герой фильма — Энтони Свофорд, за голоса которого и начинается повествование. Именно он и выкрикнул ту самую фразу. Актера, сыгравшего роль, зовут Джейк Джилленхол. Ну, про это я знаю. Кстати, да, я что-то не подумал, что Джейк Джилленхол в тот период был еще не карапузом, но молодым. После вступления начинается сцена со Свофордом в учебном лагере морской пехоты США, где Не, ну что-то такое было в другом фильме еще. Доктор Фитч проводит воспитательную работу с новобранцами. И именно этот небольшой диалог с инструктором стал мемом в ТикТоке. А вот первая версия этой сцены. Свофорд. Сэр, да, сэр! Твой папаша гнида служил во Вьетнаме? Сэр, да, сэр! Отлично! У него хватило смелости... Ну тот фильм тоже был про Вьетнам, по-моему. Сдохнуть там! Сэр, нет, сэр! Паршиво, черт возьми! Он рассказывал... А ты тогда что здесь стоишь, не понял. Сэр, всего раз, сэр! Отлично! Значит, не врал. Кстати, интересный факт. В смысле, не врал. Типа, больше об этом говорить не получится. Эта сцена копирует сцену из... Вот об этом я. Фильма цельнометаллическая. А, вот, да, все-таки. Оболочка. Был... Стэнли... А, нет, подожди, я как сказал. Я, по-моему, Ладно, неважно. Но вот про этот фильм я знал, а про тот что-то забыл. Кубрика. В качестве дания уважения последнего. Как тебя зовут, поддонок? Сэр, рядовой Браун, сэр! Херня, с этого момента ты рядовой снежок. Нравится это имя? Сэр, так точно, сэр! Первые мемы с... А что так орать-то, блин? Тем отрезком были посвящены высмеиванием тех самых тиктоков или шортсов, где показывают какой-либо фрагмент под подобную музыку. Свобод! Сэр, нет, сэр! Твой папа... Шагнида! Сэр, да, сэр! Твой папаша гнида служил во Вьетнаме? Сэр, да, сэр! Отлично! У него хватило смелости сдохнуть там! Сэр, всего раз, сэр! Блин, ты хорошо. Все были мем просто с этим звуком, без фрагмента фильма. Свофорд! Сэр, да, сэр! Твой папаша гнида служил во Вьетнаме? Забавно, я такого не видел! Сэр, да, сэр! Отлично! У него хватило смелости сдохнуть там! Сэр, нет, сэр! Паршиво, черт возьми! А еще с этими наггетсами тоже. Да, сэр! Твой папаша гнида служил во Вьетнаме? Сэр, да, сэр! Отлично! Не хватило смелости сдохнуть там! Сэр, нет, сэр! Паршиво, черт возьми! Как вам такой кавер? А ну-ка. Гениально! Буду теперь зубы чистить только с таким звуком. Гениально! Вначале я немножко ошибся, думал, все-таки это как раз-таки из того фильма, оказывается, нет, это просто был референс. А я что-то не помнил про это или забыл. Ну, скорее всего, даже не знал. Не, классный ролик, спасибо большое, не буди, узнал что-то новое. Почему это завершилось именно сейчас, непонятно, потому что старый мем уже был довольно-таки давно известен, и, по-моему, он был всегда, сколько я себя помню. Лайк поставил? Поставил? Не поставил? Теперь поставил. Если вам понравилась реакция, лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики, если не интересующие ссылочки в описании. С вами, как всегда, был Reborn. Спасибо за просмотр. Пока!